Да вы знаете, сколько я таких мужчин подбирала? С десяток, наверное. И на работу помогала устроиться. И что-то там, жилищные вопросы как-то порешать. И приходила дома, уют создавала. Как-то думала, что человека ценит, что будет все хорошо. Что наконец-то у меня будет семья. Что он будет мне как-то благодарен, то, что я к нему вот так вот отнеслась. Но ничего хорошего из этого не вышло. И к мамам к их ним хорошо относилась, и подарки им дарила. Но они всегда уходили к женщинам, которые пьют и гуляют. А такая, как я, им почему-то неинтересна была.